Начальник департамента социальной защиты населения области Лариса Каманина лично посетила многодетные семьи Великого Устюга, живущие в зоне подтопления, и пообщалась с детьми и взрослыми. По поручению губернатора Вологодской области Олега Александровича Кувшинникова я сейчас посещаю семьи и дома, которые находятся непосредственно в зоне подтопления. То есть несколько вода ушла, здесь уровень был гораздо выше, но тем не менее вы видите, что воды еще очень много, затоплены огороды, затоплены бани. Это очень значимо для жителей вот как раз именно этого района. Сейчас мы посетили многодетную семью, в которой четверо детей. И мы видим, что, конечно, вот таким жителям Устюга срочно нужна помощь. Вода в городе уже спадает, но у многих устюжан все еще подтоплены бани и огороды. Часть граждан паводок оставил без имущества и вещей. Лариса Владимировна посетила одну из таких семей, где воспитывается четверо детей. Семья малоимущая, домой вернуться люди пока что не могут. Я вся была на иголках. Он у меня был, вот муж на чердаке, здесь вот один. И к нему было невозможно даже подъехать, подвести гуманитарную помощь. И потом, вот, когда вода-то стала спадать, так хочу сказать большое спасибо Нарицыной Евгении Николаевне, моему работодателю, что вот тут вот помогли, ну и, конечно же, всем вот так вот. Сейчас в городе работает около 20 муниципальных комиссий по оценке ущерба. Выходя по адресам, специалисты и представители общественности фиксируют в актах утраченное имущество. За 5 дней, включая выходные, все акты будут составлены. И уже на следующей неделе устюжане начнут получать положенные выплаты. Спорная ситуация, если они возникнут, власти обещают уладить. При условии, что нет на территории Устюга муниципальной бани, мы должны дать возможность семьям посещать коммерческие бани. И я сейчас даю поручение нашим учреждениям социальной защиты организовать выдачу талонов многодетным семьям на посещение бани. О том, как можно правильно оформить заявку на получение адресной помощи, подскажут специалисты бесплатной горячей линии по номеру 8 800 302 43 34. Сами заявления могут принять в центрах помощи населению, которые открыты в Великом Устюге в поселках Кузина и Юдина. Евгения Шемякина, Антон Карев, новости провинции.